В Махачкале появилась назойливая реклама, вызвавшая широкое обсуждение и осуждение среди населения. Слоганы на баннерах содержат жаргонные слова и призывают к действию. Все это сопровождается двусмысленными картинками. Тему продолжит Гамзат Нурмагомедов. Махачкала переживает эпоху рекламного расцвета. На каждом шагу нам предлагают спектр услуг. Баннера призывают идти в лес, включать понты, плодиться. У счета всего 3 секунды, чтобы завлечь потенциального покупателя. Среди населения растет недовольство. Махачкалинцы считают подобные заигрывания с аудиторией неэтичными и неприемлемыми. Некоторые это пишут, это невоспитанность. Необразованность, что ли. Ну, скажем, что это невоспитанность. Нормальный человек такие вещи никогда не сделает. Нормальный человек рекламирует свой товар, а не всякие похабные вещи. Я на это как бы плохо смотрю, и может быть и другие смотрят. Это очень некрасиво. И читать даже неприятно, как бы вот так. Я считаю, не нужно привлекать, нужно более, чтобы дети же видели, чтобы им нравилось, чтобы то, что они смотрят. Чтобы, ну, я считаю, что когда человек проходит, чтобы он видел, что ему понравилось это, а не вызывало неприятность. Такие приемы использовались и раньше, в 90-х годах. Данный маркетинговый ход вызван желанием каждого рекламодателя выделиться, получить в их понимании вирусный эффект. Увидят, будут фотографировать, выкладывать в социальных сетях. Это все делается для того, чтобы, как говорится, хайпануть, да, чтобы это именно внимание привлекло целевой аудитории. Это делается именно для этого. А продажи это увеличивает или нет, лично интересовался, нет, это не увеличивает продажи, но еще хочу сказать такую вещь, что нужно все равно уважать людей, уважать свою целевую аудиторию и не относиться к ним как к быдлу какому-то, когда говорят там словечки типа «хапни», «взгреем» и так далее. У нас есть закон о рекламе, который должен следить за любой недобросовестной конкуренцией. Пресс-служба УФА сообщила, что ведомство работает только по жалобам граждан. Реклама – такой же инструмент пропаганды, как и средства массовой информации. Вместе с тем ее мы видим намного чаще и сознательно уже даже не обращаем внимания. Но наше бессознательное все фиксирует и воспринимает посыл, заложенный в рекламном сообщении. Я думаю, что самая неприятная часть в том, что оно в принципе появилось. Пока, с моей точки зрения, ничего из ряда вон выходящего. Пока. Но с точки зрения, например, концепции окна Овертона, это малейший шаг, после которого они смогут позволить себе больше. Понимаете? После которого потом еще больше. Сейчас, если посмотреть на улицы, то мы видим, что и мужчины, и девушки одеваются достаточно вульгарно и открыто. Лет 10-15 назад такого не было. Любая ошибка, любое аморальное, любая агрессия, она не происходит сразу вот на тебе. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. В Махачкале очень много рекламных баннеров, щитов, которые размещают везде, порой без соблюдения нормативных актов или даже норм этики. Избавить столицу от назойливой рекламы смогут только сами махачкалинцы. Жалобами, обращениями в соответствующие структуры. Гамзат Нурмагомедов, Гилач Курбаналиев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.